На выставке коммерческого транспорта, которую принял столичный Крокус Экспо, компания Daimler представила автомобили для практически любого сегмента бизнеса – фургоны, микроавтобусы, пикапы и даже автомобили со спецзащитой. Но главное – немецкий производитель расширил свою глобальную концепцию. На выставке Comtrans мы хотим показать, что Mercedes выходит за рамки просто производителя автомобилей. Нам в этом помогут в первую очередь премиальные мобильные решения. Например, X-Class — это первый премиальный пикап. Главным украшением стенда стал новый микроавтобус Sprinter Tourist. Mercedes адресует эту модель премиальным перевозчикам, поэтому пассажирский отсек здесь отделен от водительского, а анатомические сиденья повышенного комфорта способны выдвигаться в проход. Каждое сиденье оснащено USB-розеткой и столиком с креплением для мобильных устройств. А за климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными блоками. Также на выставке представлен обновленный V-класс. Это совершенно новый уровень комфорта. Это целый VIP-шаттл. Он может использоваться для перевозки большой семьи или спортивного инвентаря. Еще один повод для гордости — это пикап Mercedes X-класс. Это первый премиальный пикап. Посмотрите на его уровень комфорта и безопасности. К тому же, на выставке представлены его лимитированные спецверсии. Элегантный пикап благодаря декоративным дугам приобрел спортивный вид в версиях Night Edition и Power City. А для защиты груза можно использовать алюминиевую крышку жалюзи или кунг. Mercedes ювелирно играет по правилам мирового рынка, где выживают только подготовленные.